Слава Иисусу Христу! Во веки веков аминь! Дорогие братья и сестры во Христе, приветствую вас в нашей общине Божьего милосердия. С вами отец Якуб. Начинаем нашу молитву в 3 часа дня, час милосердия. Читаем венчики, затем святой розарий. Приносим Господу весь наш сегодняшний день, то, что мы успели, чего не успели сделать. Благодарим за все, что Он нам дал, за поддержку, за слово, за надежду. С другой стороны, уже пора просить тоже, наверное, прощения за все то, в чем мы не в состоянии были как-то успеть, и, может быть, по любви к Богу и к ближним нашим, может, другие наши слабости. И самое главное, чтобы мы припали к стопам Иисуса, к Его сердцу, и наполнилось заново Его любовью, милосердием, и этим милосердием тоже. Вот обняли весь мир, тот страдающий, тот, который находится в конфликтах о мире и примирении, конечно, в Украине. Будем молиться. Читаем сегодня чудесную молитву святой сестры Фаустины, номер 989. «О мой Господь и Бог, Ты знаешь, что одного Тебя возлюбила моя душа. Господи, вся моя душа утопает в Тебе. О Господи, даже если я ничего не исполню из того, что Ты мне дал постичь, я все равно буду совершенно спокойна, потому что сделала в этом направлении все, что было в моих силах. О Господи, я хорошо знаю, что Тебе не нужны наши дела, что Ты желаешь нашей любви». Так часто нам кажется совсем наоборот, что Господь хочет от нас наших дел, а любовь – это какая-то второстепенная вещь. И кто из нас может сказать, что мы сделали в этом направлении, чтобы наше призвание, миссию осуществить по полной программе, чтобы направление, что все было, что мы сделали все, что было в наших силах? Так далеко нам до этого. Просим, однако, смиренно Господа, чтобы Он дал нам свою любовь, на эту любовь хотим ответить. А если что-то у нас получится и в наших делах, и сегодня, и завтра, то слава Богу. Пусть Он поддержит наши также хрупкие силы, чтобы мы могли ответить на все то, что Он нам хочет дать. Хвала Тебе, наш Господь, хвала Тебе, Бог Святой, хвала за Иисуса, Сына Твоего. Хвала Тебе, наш Господь, хвала Тебе, Бог Святой, хвала за Иисуса, Сына Твоего. Теперь слабый скажет, я силен, бедный скажет, я богат, благодаря тому, что Бог нам дал. Теперь слабый скажет, я силен, бедный скажет, я богат, благодаря тому, что Бог нам дал, нам дал.
Господи Иисусе Христе, славим и благодарим Тебя за Твое святое присутствие в пресвятых дарах. Славим и благодарим Тебя за Твою любовь и милосердие, которым Ты постоянно одариваешь нас. В этой любви мы живем, в этой любви мы существуем, в этой любви и милосердии находим всякий свет, поддержку. Просим Тебя, Господи, дай нам с радостью принять Твою волю, Твою любовь, Твое милосердие, Твое присутствие. Исцеляй нас, Господи, приносим Тебя этот день сегодняшний, радости и трудности, то, чем наполнена и наша жизнь сейчас, в это время. Просим, Господи, прими нашу молитву. Услышь крик и вопль всех тех, кто страдает, кто вынужден покинуть свои места жизни, тот, кто бежит от своих близких, кто потерял своих близких. Просим Тебя, Господи, дай нам радость пребывания в общине Божьего милосердия и молитвы. Дай нам радость и по ощущению единства. Господи, дай нам силу и дальше служить Тебе и молиться, объединяя и соединяя разные людей, разные проблемы, разные радости и трудности. Приносим Тебя, Господи, о единстве нашей общины. Исцеляй тех, кто нуждается в исцелении их семьи. Утешай плачущих. Наполняй наши сердца своей любовью, чтобы мы любили Бога и ближнего выше всего. Просим, Господи, за всех наших пастырей, общины Божьего милосердия, а также наших пастырей из других приходов, за отца Петра из Тирасполя. Просим за отца Михаила из Санкт-Петербурга, отца Сергея Пскова. Просим за отца Конрада из Баранович. Просим, Господи, также за Марию, просим за ее дочь Викторию, чтобы они, дай им, Господи, свое здоровье, наполняй своей верой. Дай им крепкую, глубокую любовь. Просим, Господи, прими все народы, защити весь народ от войны, останови кровопролитие на Украине. Помоги людям как-то увидеть все зло, которое там происходит. Прости, спаси, сохрани нас, помилуй нас грешных. Просим за Марию Елизарову, все благодати, которых она нуждается. Здравия даров Духа Святого для Антонины Градинар, Анны Сорочан, Татьяны Погребной, Иры Маслюк. Храним бы благодати в день рождения Кости Темнюк. Просим, Господи, об общине Божьего милосердия во всех интенциях Тебе известных для отца Якуба. Просим об исцелении для Марии, Юлиана, Анны, Едвиги, Ольги, Виктории, всех, кто нуждается в Твоем милосердии. Просим, Господи, за мир во всем мире. Веряем Тебе также, Господи, наши ежедневные молитвы, интенции, то, с чем всегда приходим к Тебе. Просим за детей из нашей общины, просим за Егора, Веронику, Алису, Веронику и Настю, Владимира, Михаила, Дмитрия, Полину, Сашу, Ваню, Соню, Мишу, Дмитрия, Настю, Донателлу и Петра, Леонида, Данилу, Луку, Жанну, Глеба, Агату, Настю, Вову. Просим за детей, которые пострадали из-за конфликтных действий в Украине. Просим за всех тех, кто дети вынуждены бежать. Просим за всех, кто им помогает, за всех, кто открывает свои сердца. Просим за нашу молодежь, просим за Алексея, укрепляй его веру, открывай на все дары благодать, наполняй энтузиазмом служения Богу и ближним, дай ему слушаться в голос Твой, Господи, голос призвания, веряем Тебе Романа, просим о здоровье для него, об успешном окончании учебы, сдаче всех экзаменов, просим о благословении на работе, а также открытости и на дары церковной жизни, просим за Анну, Лизу, Дениса, Анну, Сергея, Андрея, Филиппа, Тимура, Андрея, Антона, Екатерину, Илью, Олю, Анастасию, Ангелину, Ивана, Вадима, Себастьяна, Алену. Просим за всех, за Макса, просим за Александра, просим за всех тех, кто вынужден, в общем, участвовать в конфликтных действиях не по своей воле. Просим, Господи, дай всем ребятам вернуться домой.
Прости всех взрослых, которые привели к этому, что они свою молодую жизнь вынуждены таким образом жертвовать. Просим, Господи, за наших епископов, священников, монашествующих, катехизаторов, за наши приходы, за общины, особым образом те, которые участвуют в принятии беженцев. Просим за наши приходы, за группы молитвенные, которые собираются, которые молятся. Просим за во всех наших ежедневных интенциях. Веряем Тебе, Господи, молодые семьи, особенно те, в которых нет детей. Просим за семью Инны, Софии. Просим за семьи, которые вынуждены покинуть свое место жительства и которые потеряли близких, которые не могут найтись, которые потеряли вообще свое место жительства. Просим, Господи, за всех, кто отмечает день рождения. Веряем Тебе наших больных, онкологии, Людмилу, Светлану, Андрея, Веронику, сестру Наталью, Дашу, Викторию, Марину, Татьяну, Макара. Просим, Господи, за всех, кто болеет коронавирусом. Также просим о здоровье для Василия, Алексея, исцеления для Вероники, также для Елены. Просим за Юлиана, Дарьи Речи. Просим, Господи, также. Просим, Господи, также за Ярослава и его семью. Просим за Алексея, здоровье души и тела. Веряем Тебя, Господи, также усопших наших. Павла, Павулину, Стефана, Марию, Антония, Елизавету, Казимира, Елену, Тадеуша, Болеслава, Мячеслава, Яна Яцка, Марию, Тересу, Едвигу. Просим за усопших Григория, Давида, Аллу, Аду, Пелагию, Валентину, Владимира, Геннадия, Анатолия, Наталью, Зинаиду. Просим, Господи, о счастье вечном для всех тех, кто погиб во время вот этих конфликтных действий. Просим за всех тех, кто нас просил в молитве, и кто, за кого мы должны молиться. Просим, Господи, усопший Евгений под Колзиной, день рождения, Господи, прими свое светлое царство. Просим, Господи, здоровья для Нелли Антона, за детей, внуков, за все их семьи. Просим за духовенство, медперсонал, волонтеров, беженцев. Господи, Твоему милосердию поручаем все наши интенции, которые в наших сердцах. Помолимся также за больных Лилию, Галину, Гульзаду и всех терпящих беды и страдания. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных ныне и в час смерти нашей. Аминь. Верю в Бога Отца Всемогущего, Творца неба и земли, в Иисуса Христа, единственного Его Сына, Господа нашего, который был зачат от Святого Духа, рожден Девой Марией, страдал при Понтии Пилате, был распят, умер и был погребен, сошел в ад, в третий день воскрес из мертвых, вошел на небеса и восседает одесную Бога Отца Всемогущего, оттуда придет судить живых и мертвых. Веру в Святого Духа, Святую Вселенскую Церковь, общение святых, прощение грехов, воскресение плоти, жизнь вечную. Аминь. Отче предвечный, приношу Тебя в жертву тело и кровь, душу и божество возлюбленного Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа ради прощения грехов наших и всего мира. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру.
Отче предвечный, приношу Тебя в жертву тела и кровь, душу и божество возлюбленного Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа ради прощения грехов наших и всего мира. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Отче предвечный, приношу Тебя в жертву тела и кровь, душу и божество возлюбленного Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа ради прощения грехов наших и всего мира. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Отче предвечный, приношу Тебя в жертву тело и кровь, душу и божество возлюбленного Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа ради прощения грехов наших и всего мира. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Отче предвечный, приношу Тебя в жертву тела и кровь, души и божество возлюбленного Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа ради прощения грехов наших и всего мира. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас и весь мир. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас и весь мир. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас и весь мир. Кровь и вода, которая истекла из святейшего сердца Иисуса, как источник милосердия для нас, уповаем на Тебя. Кровь и вода, которая истекла из святейшего сердца Иисуса, как источник милосердия для нас, уповаем на Тебя. Кровь и вода, которая истекла из святейшего сердца Иисуса, как источник милосердия для нас, уповаем на Тебя. Иисус, уповаю на Тебя, Иисус, уповаю на Тебя, Иисус, уповаю на Тебя. Святая сестра Фаустина, молись о нас. Святой Иоанн Павел II, молись о нас. Святые Владимир и Ольга, молитесь о нас. Блаженный отец Михаил Сапочко, молись о нас. Души усопших верных по милосердию Божьему, да упокоятся в мире. Аминь. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. От мора, голода, огня и войны избав нас, Господи. От внезапной смерти избав нас, Господи. Мы, грешники, Тебя, Бога, просим, услышь нас, Господи.
Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Продолжим нашу молитву, читая святой Розарий, среда славные тайны. Во всех наших интенциях, намерениях, во всех произнесенных здесь уже сейчас, также всех этих интенциях, которые находятся в наших сердцах, просим, Господи, услыши нас. Веряем Тебя также Твоем благословении, просим для наших близких, родных, благодетелей, знакомых. Просим за мир, прости народ Твой, спаси и сохрани. Верю в Бога Отца Всемогущего, Творца неба и земли, в Иисуса Христа, единственного Его Сына, Господа нашего, который был зачат от Святого Духа, рожден Девой Марией, страдал при Понтии Пилате, был распят, умер и был погребен, сошел в ад. В третий день воскрес из мертвых, восшел на небеса и восседает одесную Бога Отца Всемогущего, откуда придет судить живых и мертвых. Верую в Святого Духа, Святую Вселенскую Церковь, общение святых, прощение грехов, воскресение плоти, жизнь вечную. Аминь. Те наш сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, прости нам долги наш, как и мы прощаем должникам нашим, не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Первая славная тайна. Воскресение Господа нашего Иисуса Христа. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус.
Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. О Мария, без греха первородного зачатая, моли Бога о нас, к Тебе прибегающий. Мой Иисус, прости нам наши прегрешения, избавь нас от огня преисподнего. Приведи на небо все души, особенно те, которые больше всего нуждаются в Твоем милосердии. Вторая славная тайна – Вознесение. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. О Мария, без греха первородного зачатая, моли Бога о нас, к Тебе прибегающий. О мой Иисус, прости нам наши прегрешения, сбав нас от огня преисподнего, приведи на небо все души, особенно те, которые больше всего нуждаются в Твоем милосердии. Третья славная тайна сошествия Святого Духа. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наш, как и мы прощаем должникам нашим. Не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь.
Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. О Мария, без греха первородного зачатая, моли Бога о нас, к Тебе прибегающий. О мой Иисус, прости нам наши прегрешения, избавь нас от огня преисподнего. Приведи на небо все души, особенно те, которые больше всего нуждаются в Твоем милосердии. Четвертая славная тайна Успения Пресвятой Богородицы. Попросим о счастливой смерти для всех нас особым образом. Помолимся также за умирающих, за всех, кто в ближайшее время Господь позовет к себе. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобой, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. О Мария, без греха первородного зачатая, моли Бога о нас, к Тебе прибегающий. Мой Иисус, прости нам наши прегрешения, избавь нас от огня преисподнего, приведи на небо все души, особенно те, которые больше всего нуждаются в Твоем милосердии. Пятая славная тайна. Венчание Пресвятой Богородицы Небесной Славой. Помолимся в этой тайне. За всех усопших, за погибших в Украине, за родителей, родных, близких, священников, монашествующих, одиноких, бездомных, все души в чистилище, попросим смиренно во всех остальных интенциях.
Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. О Мария, без греха первородного зачатая, моли Бога о нас к Тебе прибегающему. Иисус, прости нам наши прегрешения, избавь нас от огня преисподнего, приведи на небо все души, особенно те, которые больше всего нуждаются в Твоем милосердии. И помолимся за Папу Франциска и всю Церковь Святую. Под Твою защиту прибегаем, Пресвятая Богородица, не презри моления наши в скорбях наших, но от всех опасностей избавляй нас всегда, Дева Преславная и Благословенная. Владычица наша, защитница наша, заступница наша, Сыном Твоим примири нас, Сыну Твоему поручи нас, к Сыну Твоему приведи всех нас. И помолимся святому Иосифу, да, всех священнослужителей, монашествующих, особым образом те, которые несут свое служение в горячих точках. К тебе, святой Иосиф, мы прибегаем в наших скорбях, уповая на твое могущественное покровительство. Ради твоей любви к младенцу Иисусу и Пресвятой Богородице молим тебя, милостиво воззри на наследие, которое Иисус Христос приобрел ценой своей крови. И помоги нам, у могущественный покровитель, в нуждах наших. Мудрый хранитель святого семейства, защити избранный народ Христов. Любящий Отец, сохрани нас от всяких опасностей, заблуждений и поражений в борьбе, которые мы ведем против сил тьмы. И подобно тому, как некогда Ты спас младенца Иисуса от смертельной опасности, так и теперь сохрани святую церковь от козней вражеских и от всяких бедствий. Простри над каждым из нас свой надежный покров, чтобы по Твоему примеру и с Твоей помощью мы могли вести благочестивую жизнь, мирно завершить ее и достичь вечного блаженства на небесах. Аминь. И продолжаем нашу молитву о прекращении распространения эпидемии коронавируса и о скорейшем преодолении. Боже, Отче наш, просим Тебя о возвращении здоровья больным, о мире и милосердии в регионах, подверженных эпидемии во всем мире. Прими свое царство усопших, утеши их родных и близких, поддерживай, защищай тех, кто борется с вирусом и помогает больным. Вдохновляй и благословляй тех, кто пытается контролировать ситуацию. Всем нам даруй благоразумие и солидарность. Господи Иисусе, Ты врачеватель души и тела. Мы чувствуем себя беспомощными перед глобальной угрозой эпидемии, но уповаем на Тебя и просим, даруй нам мир и здоровье. Пресвятая Богородица, храни нас и защити своим покровом. Веди нас в любви к Твоему Сыну, нашему Господу Иисусу Христу. Аминь.
Святой Себастьян, молись о нас. Святой Антоний Падуанский, молись о нас. Святой Карл Боромео, молись о нас. Святой Дамьян де Вюстер, молись о нас. Святой Рох, молись о нас. Святая Франциска Римская, молись о нас. Святая Розалия, молись о нас. Святой Рикардо Пампури, молись о нас. Блаженная Маргарита Моли, Джентиле Джусти, молитесь о нас. Отче Небесный, заступничеством слуги Твоего, Федора Газа, святого доктора, заступника страждущих и заключенных, молим Тебя, даруй исцеление больным, милосердие, мужество и защиту от заражения, помогающим в страданиях, память о Христе пастыря, мудрости, заботу о людях, мирским властям, всем нам усердие делать добро. Тебя, даровавшего слуги Твоему доктору Газу, самоотверженную любовь и милосердие к страждущим, молим прославить его в сонме Твоих святых, чтобы явить в нем образец преданной Богу жизни и христианского во служение ближним, через деятельное сострадание к больным, бедным и униженным, через Христа, Господа нашего. Аминь. Дорогие братья и сестры во Христе, всем вам большое спасибо за совместную молитву. Приглашаю всех в сегодня 6 часов, святая месса. Завтра, как обычно, 3 часа дня венчики, розарий, вечером 6 часов Евхаристия. И попросим, чтобы Господь еще поблагословил нас этот день, этот вечер, все наши дела, встречи, работы, чтобы нас поблагословил пресвятыми дарами. Эту тайну пресвятую славим в поклонении, древнее установление новым упраздняется, наша вера восполняет чувством недоступное. И родитель, и рожденный мышник возвеличатся, им держава, честь и слава, и благословение, исходящее до Богих, с ними да прославится. Аминь. Ты послал им хлеб небесный, все радости в себе содержащий. Помолимся. Боже, в чудесном таинстве Ты оставил нам память Твоих страданий, молим Тебя. Помоги нам так почитать священную тайну тела Твоего и крови Твоей, чтобы мы постоянно ощущали в себе плоды искупления. Ибо Ты живешь и царствуешь с Богом Отцом в единстве Духа Святого, Бог во веки веков. Аминь. Хвалите все народы, хвалите Господа, хвалите все народы, хвалите Господа, хвалите все народы, хвалите Господа, хвалите все народы. Хвалите Господа, хвалите все народы, хвалите Господа, хвалите все народы, хвалите Господа.